В общем, вот такая штукенция имеется у нас. Я ее немножко разогнал еще. Все-таки решил выдушить из нее не 1,2 ампера, а 1,4 за счет вот этих резисторов. Я потом на экране бука покажу, как это все рассчитать. Вот. Это есть у нас. Получается, как раньше и говорил, выключатель, аккумулятор. Пришли, что в итоге, что нужен двойной, потому что иначе не хватает напряжения нам. Именно тупо напряжение. Тока хватает даже от одной, но напряжения не хватает. Ну и для подзарядки, чтобы, аккумулятор впаять и оставить там, значит, переходничок. Это я все уже рассказывал. Пришло время рассказать о самом главном, самом важном элементе, который все время до этого держался в секрете, оказался очень банально простым. Увы, для того, чтобы сделать монитор для прибора ночного видения, нет ничего лучше, кроме вот этой вот штуки. Вот этой вот, что собственно из себя представляет автомобильный видеорегистратор. Имея его, вы сразу получаете возможность записывать на SD-карту то, что происходит. Это первое. Второе, там есть датчик движения. Можно повесить эту камеру где-нибудь там, грубо говоря, где вы хотите, на даче. То есть он будет не потреблять энергию до тех пор, пока что-то не попадет в кадр. И сразу же включится и будет записывать ночную видеосъемку. То есть уже два плюса. Что еще? Третье. Он сам по себе заточен под ночное видение. То бишь у него нету никаких инфракрасных фильтров. У него даже, кстати, имеются здесь инфракрасные светодиоды, но очень слабенькие. Очень слабенькие. Видимость, полметра, максимум метр. То есть это вообще смешно. И на метре уже практически ничего не видно. Еще в нем есть встроенный аккумулятор, плюс кнопки навигации. То есть теоретически фишек тут вообще валом. У такого же у меня аналогичного есть еще даже функция зума, что поможет видеть дальше. Вот. Это я заклеил светодиод, чтобы он в темноте не моргал. Он там синенький, заслепливает. Вот. Есть функция блокировки там видео. То есть, как казалось, автомобильный видеорегистратор – это самая идеальная штука для прибора ночного видения. Это и экран, и запись, то есть как бы куча вариантов его эксплуатации. А реально стоит копье. Вот я его заказывал за $9. Конкретно это, ссылку я сброшу. Конечно, тут с ним есть небольшие косяки. Не знаю, либо потому, что он дешевый, я еще не отписывал поставщику. Аккумулятор в нем не держит, держит буквально там минуту и сдыхает. У меня точно такой же есть. Я использую его в машине. Точно такой же, видимо, делается на одном заводе, но там чуть получше. Значит, качество видео чуть получше, но звук не пишет. Здесь идеально пишет звук, качество видео чуть похуже. То есть я так понимаю, что они аналогичные все по виду. Вот. Ссылку, короче, я сброшу, посмотрите. Ну, тут немножко, конечно, шанс удачи. Попадет реальный или немножко подделка на него. Но факт, что он работает, вопросов по нему никаких нет. Просто надо подключать постоянно к питанию. То есть, не держит он, зараза. Так уж, не повезло. Может, просто мне попался такой, со сдохлым аккумулятором. Вот. Теперь самое главное. Это мы пока все можем отложить. Как нам запитать его? Вот вопрос. То бишь, у нас есть аккумулятор, есть видеорегистратор. Опять же, та же самая кнопка, которая будет подавать нам питание. Как это все связать? Значит, здесь у нас есть разъем мини-USB, именно мини-USB, не микро. Правильно, если сказать мини-USB тип B. Это самый ходовой тип, просто еще бывает А. Что я сделал? Сделал я вот такую вот штукенцию. Вот. Собрана она
на LM7805. По-другому L7805 CV она бывает. Вот так обозначение. Как спаивается это все, я опять же покажу на компьютере. Вот. Купил такой штекер. Стоит вообще копейки, там 3000 белорусских рублей. Единственное, что надо, конечно, тоненьким жалом паяльник, чтобы подпаяться. Я тоже покажу, куда какие пины делать. То есть это разборный штекер, просто напайка. Вот. Выглядит это примерно будет вот так. Ну, то бишь, провод куда-то пошел. Включаем питание. Я, в принципе, даже могу продемонстрировать, как оно работает. То есть я это уже запускал. Система проверенная. Берем минус к минусу, плюс к плюсу. Вот он заработал. Пошла съемка. То есть мы его питаем стабилизированным питанием 5 вольт. Тут это засвечивает, потому что вспышка горит на камере. Ну вот, собственно, про что я говорил. Убираю, значит, питание и смотрим, сколько он продержится. Это как бы единственный его косяк. Вот он уже ругается, что батарейка у него якобы заряда нет, садится. Ну и сколько проживет? Интересно. Теперь есть еще один вопрос интересный. Как мы будем питать наш видеорегистратор? Требуется ему для питания 5 вольт. В принципе, можно собрать на LM317, включить кнопочку стабилизатор напряжения, выставить здесь требуемое выходное напряжение 5 вольт. Здесь предлагаю использовать один стандартный резистор, жмем расчет и получаем. Схема тоже довольно проста. То есть здесь можно подавать от 7 до 40 вольт на входе. Будем получать 5,2 вольта на выходе. В принципе, не смертельное превышение. Хотя его можно просто подрегулировать. Поставить здесь там 4,8, например. Что он нам дает? Ну вот 4,9 вольта. То есть при таких номиналах будет выход плюс 4,9 вольта. То есть подключение, в принципе, простое. Но я пошел проще. Есть такие аналог, грубо говоря, его, стабилизаторы напряжения LM7805, стоит очень дешево, даже дешевле, чем это LM317. Вот его распиновка здесь, вот его распиновочка. Так, вот единичка, двоечка, троечка подписаны, соответственно, input, ground, output. Вот сама схема подключения. Сложного ничего нету. Согласно вот, значит, схемке расположения ножек, подключаем VIN, VOUT, VND. Еще один нюанс. Мы можем эту схему еще упростить. Здесь указаны конденсаторы. Как бы, ну, головняк надо паять больше. Нам они не нужны. Это расчет на то, что вход у вас не стабилизирован. И получается у вас на входе нестабилизированное напряжение превращается в полностью стабилизированное, переходит в состояние полностью стабилизированного на выходе 5 плюс вольт. Плюс 5 вольт. У нас аккумулятор, у нас вход стабилизированный. Мы просто выбрасываем эти конденсаторы. И у нас очень простая схема. Вход, выход, ГНД минус, минус сквозной пошел. То есть плюс, минус без конденсаторов. Вообще простое подключение. Я использовал эту схему. LM7805. У меня она немножко по-другому называется. L7805CV. Ну, это просто модификация. Я подключил, все работает, вопросов никаких нету. То есть вот что в плане подключения нашего драйвера и в плане подключения нашего видеорегистратора.
получилось по итогу. Такая приблуда. Держать можно как фотоаппарат. Вот захват такой сделан. Вот. Все разборное. Могу разобрать, достать видеорегистратор. Достать аккумуляторы. Короче, все разбирается. Подсветка инфракрасная. Вдруг что-то доделалось там. Что-то не получилось. Значит, вот это для зарядки. Вот это включение. Вот это доступ к кнопкам управления видеорегистратора. Вдруг там кому-то захочется повтор посмотреть, еще что-нибудь. То есть, вот такая. Немножко, конечно, габаритная получилась. Думал, поменьше получится. Ну, как есть. Вот такая штукенция. Оставил здесь вот по периметру свои родные светодиоды. Но они, честно говоря, пшиковые. Ну так. Чуть-чуть можно добавить. Вот.